Вот, собственно говоря, новая церковь. Что вы говорите? Красотища-то какая, Федор Михайлович. Даже матом ругаться не хочет. Да-да-да. Слушай, ну там таблички даже на кресте нет. Мы вот ездили там дальше. Кладбище есть старинное. Там годы захоронения, там что-то типа 1850 годов. Вы прониклись духом этого места? Поехали дальше. Давай.
Вот она, получается, посреди полей стоит. С той стороны все огорожено. А мы с той стороны ездили. Там также продолжение идет. А здесь деревья растут. И за ними опять-таки столбы с колючей проволокой. И уходит так вдоль-вдоль и туда. Вот, получается, туда дорога в деревню. Тут везде забор с колючей проволокой. Заканчивается он там где-то за холмами. То есть вся вот эта территория, она огорожена. Забор идет вот так, потом уголком сюда. И за церковью он туда уходит вверх. Вся эта территория кому-то принадлежит.